Мой дед по маминой линии, Шустов Сергей Владимирович, мой замечательный дед, родился в 1911 году здесь, под Ораниенбаумом, в поселке Мартышкино. Служил на флоте, в морской пограничной охране на Дальнем Востоке. На ледоколе Иосиф Сталин пересек весь Ледовитый океан, вошел в Тихий и вернулся обратно, и все это за одно лето. Получил знак почетного полярника, чем очень гордился. В 1939 году окончил водолазную школу в Балаклаве. Из Севастополя постоянно присылал фотокарточки своей жене, моей бабушке Евгении Кирилловне, обязательно подписанные. Во время Великой Отечественной войны служил в Кронштадте инструктором и старшим водолазом. Обеспечивал подводными работами весь Кронштадтский морской оборонительный район. За операцию особой важности получил орден Красной Звезды. Вице-адмирал Дрозд в январе 43 года двигался по льду Финского залива от Кронштадта в сторону Лисьего носа. Попал под артобстрел, и машина ушла под лед. При себе имел секретные документы, которые мой дед в срочном порядке и доставал из затонувшего автомобиля. Рассказывал, что когда он погрузился под лед, очень удивился, потому что фары полуторки еще светили, а прошло более 2 часов. После войны служил в 76-м аварийно-спасательном отряде командиром судоподъемной группы. Участвовал в подъеме десятка различных кораблей, в том числе и крейсера «Авроры». Все каникулы, зимние, летние, все выходные дни я провел в Мартышкино рядом со своим дедом. Дед был строгим, но очень добрым. Меня назвали в честь него.